В общем, всем привет, с вами Бодя, и сегодня, короче, рум-тур по квартире. Ой, что я могу сказать? Ой, извиняюсь. Мы, короче, переехали, живем в Москве теперь. Вот, переехали из одного города в другой. Вот моя красавица Лоля. Лолечка. Лолечка? М? Лолечка? Лолич. Старый прикольчик. Вот, можете это написать в комментариях, как мы хорошо смотримся вместе. О. Короче, как вы видите... Я с луковицей. Как вы заметили, Лоля сейчас будет готовить покушать. Кстати, я вам забыл показать. А что будешь готовить-то? Расскажи зрителям. Зачем? Ну скажи. Я думаю, это будет видно. Ну, понятно, ладно. Короче, на кухне ничего интересного. Спасибо. Вот, кстати, кухня. Вот а этот чай. Кухня я, а так ничего интересного. Кухня я. Короче, вот стакан. Кстати, держи, это тебе. О, это так романтично, милый. А я ожидала, что это трос. Трос? Ой. Ой, да. Ладно. Вот, короче, входная. Вот такая дверь у нас. Ну, понятное дело, то, что мы, типа, это, когда мы снимаем квартиру, я думаю, вы и так это поняли. Вот. Это, короче, мои кроссовки. Вот эти с рынка. Вот эти... Вроде не с рынка. Ну, я точно не помню. Вот такая дверь. Ну, слушайте, ребят. Ну, смотрите, да, кстати, какие переключатели классные. Эй, во, во. Что у нас здесь? У нас здесь туалет. Ну, короче, ванная, стиралка. Все как всегда. О, кстати, зеркало. Вот я. Всем привет. Кстати, напишите в комментариях, как мне подходит такой цвет волос? Я думаю, что да. Мне вот нравится. Так, здесь, короче, все понятно. Это все понятно. Ну, ладно. Главное, я вам показал. Сральник. Как-то раковина. Стиралка. Андрей. Что? Ты решил сделать пол? Покажи еще плинтуса. Вплоть до миллиметра. Вот, стиралка, вот он, это... Кстати говоря... Андреев! Ладно. Ну, кто снимает... Чего? В прямом смысле свое грязное белье... Не, ну я не грязное белье снимал, я снял просто толчок. Ладно. Так вот. Есть весы, но они не работают. И очень жаль. Вообще тебя ничего не смущает. Лоль! А ты говорила, что они не работают. Они? Ты знаешь, сколько я вешу? Они заработали? Они заработали. На тебе. На мне. Это знак. Это 80 килограмм. Это знак. Блин, очень плохо все. Блин. 80 кило. Ребят, вы видели? 79-55. Да? Ну-ка, а без тапочек? Внимательно. Я не думаю, что тапочки прям... А? Ну смотри. Не, ну смотри, нет, тапочки, с тапочками, смотри, сейчас. Воу, они, блядь, сломались. О, смотри. Ну, было 79-50, ну, короче, 70 килограмм я вешу, значит. А ну-ка, на тебе давай. Так, а убери. Ладно. Да подвинь. Во, настоящий вес. Кошмар. Да мало, это мало. Ты видела, сколько я вешу? Я не ем. Нет, ты ешь. Я готовлю еду. Нет, ты ешь. Мы давай перемешиваем. Да вы посмотрите на нее, она худая. Она худая. Ты худая, Лоль. Худая. Понимаете, кстати говоря, смотрите, вот такая люстра у нас. У нас. Не у хозяйки квартиры, а у нас. У нас. Вот, кстати, кошки наши. Их 4. Это, где там Макс? Максим. Это Макс. Это тоже. Это Бусина. Это Бусина, да. А это Багира. А это Багира. А сейчас покажем Кару. Кара! Кс-кс-кс. А где Кара? Она молодец, она не выйдет в этот парад. Не трогай ребенка. Ладно. Ну, короче, вот. Вот такой вот... А зачем? Я не знаю, просто показать зрителям. Может, ему интересно. Может, ему интересно на ящики посмотреть. Да. Так, ладно, ребят. Напишите ему в комментариях, пожалуйста, все, что вы о нем думаете. Смотрите. Че? О, во. Сейчас, я выключу свет. Вы скажете, как вам?
Так, ты не против, да, я у тебя выключил? Я отрежу себе палец, и я вот вышли. Вау, как красиво. Блин, слушай, а так даже красивее смотрится. Да, я, правда, ничего не вижу. Да? Прости, сейчас я включу. Не, включи ту гирлянду. Гирлянду? Так гирлянда и включена. О, Кара бегает. Вторую гирлянду. Кара. Давай я тебя поглажу. Так, погоди-ка. Во, все. О. Вот она. Красота наша. У нее новый ошейник. Да, кстати, у нее ошейник новый, смотрите. Вот. Ну ладно, все. Насмотрелись, давайте дальше. Так, вот это что у нас? Это я не знаю, это хозяйки квартиры. Какая-то... Блин, я не помню, напишите в комментариях, как эта штука называется? Проектор вроде. Ну, проектор. Это не проектор, это ультрафиолетовая лампа. Ультрафиолетовая лампа? Да. Серьезно? Да. Медицинская ультрафиолетовая лампа. Не спрашивай, откуда она здесь и зачем. Ладно. Так, окей. Ой, помогите. Чё? Лоль, не плачь. Я понимаю, что я у тебя хорош. Хороший. Помогите. Она от меня плачет. Не лучший. Ладно. Раньше она ко мне лезла. А теперь я тебя луком мажу. Так, смотрите. Это, кстати, работа Лоли. Моя капсуляция. Вот, это ее капсуляция. Девочки, записываемся на ноготочки. Да. Девочки, записываемся на волосы. Вот, это, короче, волосы, она капсулирует. Ну, это так, просто я вам говорю. А вот она когда-нибудь откроет свой этот магазин. С капсу... Ну, а как это называется? Салон, вот, салон. С капсуляцией и будет капсулировать волосы. Что еще? Давай, наша любимая фраза. Кстати, смотрите, какой... Смотрите. Сейчас, погоди, Лоль. Давай, пей. Пей, моя радость, пей. Ну. Короче, это... Во. Это для кошек. Прикиньте, какая штука. Офигеть, да? Лоль, я удивился. Я удивлен. Ты на меня не обиделась. Я сказал, Каре, ты моя радость. Обычно я говорю это Лоле всегда. Я впервые сказал, прости, пожалуйста. Все, больше так как не... ты мог? Все, я больше так не буду. Предатель. Я так не скажу больше. У тебя лук на носу. А, понятно. То есть у меня все это время был лук на носу? Ребят, почему вы мне не сказали? Где? Как они а. Подожди, сейчас в комментариях напишут. Ну да, да, да. Кстати, это сахар, селеночка. Я просто не знаю, что... Я просто не знаю, что еще можно показать. Так, что еще? Давай нашу фирменную. PlayStation. Нашу фирменную? Да. Так, это что? А, кстати, кровать. Кровать. Как я мог забыть показать кровать? Вот кровать наша, а вот кухня. Там туалет. Тут еще одна спальня. Здесь лоток. Где лоток? Куда ты лоток кошачий брала? Я понял. Я не буду спрашивать. Так. Ну, слушайте, в принципе, я вам показал все. Больше показывать-то нечего. Чего? Кстати, столик. Давай нашу фирменную. Какую нашу фирменную? И, кстати, ребята, сегодня у нас будет стрим в 19:00 по Москве. Вот, сегодня у нас будет стримчик, заходите. Вот. Вот я поищу. Ау. Ай, блядь! Извините за мат. Ай, блин. Вот. Поэтому заходите к нам на стрим сегодня. А сколько время? Чего? Время? А сколько время? Сейчас я посмотрю. Пол седьмого.
6:15, да. Ну, в 7 часов запустим стрим, короче, ребят. Вот вы видите этот ролик, а мы запускать стрим будем скоро. Все, поэтому всем спасибо огромное за просмотр. С вами был Боди и Лоля. И всем пока. Или лучше Лиса. Да не, Боди. Ты Боди. Ну, господи. Ты... Не смей Ой. Говорить так. Нет, я не буду. Только не моя девушка. Это просто сценический псевдоним. Зрители, ладно, но только не моя девушка. Все, ладно, ребят. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. До новых роликов. Пишите комментарии, как вам понравилось это видео или нет. С вами был Боди и Лоля. И всем пока.